Всем привет! Хочу поделиться радостью. Купил вот такого вот зверя. Доставили транспортной компанией. Заказывал в компании X-Motors. Ребята все доходчиво рассказали, объяснили. Маленько расскажу сейчас про него. Что меня привлекло? У него полностью открытая подвеска. Здесь ничего снегом забиваться не будет. Хорошие катки стоят, легко ремонтируемые. То есть не надо всю карету снимать. Отдельно можно обслуживать отдельно взятые колеса. Что еще могу сказать? Внешний вид интересный. Рулевое управление сделано хорошо. Ничего не будет снегом забиваться. Все защищено капотом. Капот открыл, получил доступ к рулевому управлению, к мотору, к вариатору, если что-то надо будет делать с ним. Все, у него один неотъемлемый плюс. У него полностью плоское пузо. Он не будет где-то цепляться, грести снег за собой. Плюсом, как бы, у него многие запчасти подходят от РМ Тайги. То есть все это будет легко, просто и относительно дешево чинить. Никаких здесь сильно дорогих комплектующих нету. Багажничек есть, куда положить сумку какую-то или так вещей накидать. Под сидушкой у него есть багажник вместительный. Так вот, выполнено управление. Типа приборной панели. Сидушка большая, мягкая. Еще один из плюсов — это ветровое стекло большое. Полностью защищен руль, руки задувать не будет. Ну и на лицо тоже не должно задувать. Что еще? Еще. А, ну фара еще у него стоит. Такая прям солидная. А не обычный светодиодный фонарик настенный. Есть реверс-редуктор. Зад-вперед нейтралка. Подогрев ручек стоит уже в комплектации. Фаркоп имеется, чтобы санки таскать за собой. Не надо ничего дополнительно ставить. Вот так, в принципе. Покупкой доволен. Много катался на разной технике. Меньшего объема, меньших размеров. На собаках ездил. На мотобуксировщиках. Вот решил прийти к такому варианту. Катаемся, узнаем, что как. Оставим потом отзыв. Спасибо ребятам с X-Motors. Еще раз. Молодцы, все рассказали, показали, объяснили. В общем, как-то так. Сейчас будем грузиться в машину и поедем.